администрация у нас кушает, наверное, 3 раза в день. А люди бывают хорошо, если 1 раз в день картошку в мундире поедят. И на том спасибо. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь ответил, когда начнется вот это вот шевеление. Людям за детский сад заплатить нечем, копейки. А что в Раново у вас происходит? Там когда последний раз зарплату давали? Выйдите сюда, я вас прошу, ответьте. Поговорите с людьми.